особа Богу, церкву. І голос предвечного Духа проходить над миром сейчас, касає сердечно уха і взора заплаканих глаз. Проходить сквозь стан і темниці до слуха смирених сердець, то книга небесної страниці доповнить ускоро Отець. І стан, весь окутаний мглою, зовсім погружається в сон, хто ранен лукавою стрелою, хто язвою гріха поражен. Узлом переповнена чаша, і зліться готов уже гнів, чого ж і світильники наші так гаснуть любі охладів. То дивний божественний голос, і що утішає народ, що даже з глави вашій волос без волі моєї не спадет. Приблизились дні іспитання, о вірні діти мої, не бойтесь скорбей, ні страданий, во ім'я великої любви. Вам надо з тьмою сразиться і миру всьому возвестить, що скоро огонь возгориться, щоб гордих навеки стребить. Согласно святого Писання, вам надо Голгофу пройти, щоб вічні слави сіяння окончились ваші путі. Явлю чудеса і знамення, як раніше і ваші дні, як знам'я святого учення серед вас перед всіми людьми, щоб весть о спасенні благая по всім уголкам рознеслась, на мир в небеса призывая, пока благодать не взялась. А скоро отсюда возьмется мой избранный верный народ, и гордое все останется, и в славу мою не войдет. И те, что когда-то своими по имени дух называл, но в жизни остались пустыми, для них я напрасно страдал. Кто даже и в чаше завета свои умыкая уста, но внутренность мраком одета, и совесть была нечиста. И страшная участь Иуды за дело предательства ждет. Они не Господни сосуды, их дух обольщения живет. И в эти дни отступления, и многие тогда отойдут. И скажут, нет больше спасения, и ближних своих предадут. Но вы ничего не страшитесь, когда вас на суд приведут. Лишь верьте, надейтесь, молитесь, и ваш увенчается труд. Все ваши страдания и слезы на небе Отцом сочтены, и миры греховные грозы для вашей же пользы даны. Чтоб шли через них к совершенству восхода той светлой зары, где ни меры не будет блаженства, и все засияет внутри. Тогда это тленное тело мгновенья изменится дух, которое раньше болело, и всякий терпело недух. И сменится крест испытания в конце ли земного пути, окончатся ваши страдания, и будет свобода внутри. И в дивных лучах исцеления сулются спасенные сердца, и в новую песнь хваления прославлять благого Творца. Слава Богу!